Як відомо, краса врятує світ. А краса, вдягнена зі смаком, тим паче. Нещодавно у столиці відбулася презентація весняної колекції провідного українського дизайнера Анастасії Іванової. Нові образи від бренду Найлуна Анастасії Іванової – це яскраві кольори та натуральні тканини. Це бездоганна жіночність, легкість та романтичність. Телеканал Music Box відвідав цю подію та дізнався у Анастасії, що ж надихало її при створенні колекції Spring 2015. Ну так вже зовсім скоро весна, і от навіть в цей зимній день ми вирішили для наших клієнтів, для зірних клієнтів, в тому числі, презентувати весенню колекцію, которая она максимально позитивная. Уже сейчас нас настроит на тот весенний лад, так как для меня создание коллекции, оно, скажем, это магия, которую я воплощаю, вот то, что я получаю вдохновение, да, от природных стихий, то, что мне Бог наградил талантов, и я его проецирую в свои наряды. Я вот весь позитив, всю позитивную энергию я воплощаю в коллекцию. На презентації лінійки нового вбрання Анастасії Іванової були присутні улюблені клієнтки-дизайнерки, серед яких ми помітили і зіркові обличчя. За що ж саме відомі жінки України цінують роботу Анастасії? Ми Настю любимо дуже сильно, як нашу подругу. Вот, и она уловила наш вкус, и при первой встрече мы увидели очень много вариантов для сцены, для нас именно. Ну, во-первых, потому что это комфортная одежда, очень хорошей конструкции, и она не мешает, потому что я всегда люблю такой баланс между красотой и комфортом. Во-вторых, у нее очень много ярких красок. Это, в принципе, яркие краски освежают любую девушку в любом настроении. Если настроение не очень, нужно надевать платье там очень яркого какого-то цвета, настроение начнет подниматься. Вы посмотрите на нее. Она всегда, вот сколько я ее не встречаю, где бы она ни была, с кем бы она ни была, в какое время суток, она всегда с улыбкой, с сияющими глазами, она всегда заряжена позитивом, энергией, и она вот такая вот сияет. И она как будто, я не знаю, такое солнышко, которое кружиться, кружиться, кружиться і розбрасує цю енергію вокруг себе. Безпосередньо під час закритої презентації Іванова організувала зіркову примірку, запропонувавши VIP-гостям приміряти сукні, що сподобалися найбільше. А поки дівчата обирали собі речі до смаку, Music Box розпитав Анастасію, як їй працюється з українськими селебритіз. Чим цікаві зірки? Тим, що вони дуже сильні внутрі, вони знають, що їм потрібно, і моя задача як майстера – це максимально подчеркнуть, да, направить правильно, и чтобы их индивидуальность, она все же прослеживалась, потому что они сами по себе очень сильные личности, очень творческие, и моя задача как дизайнер это подчеркнуть. Фешн-перформанс від Анастасії Іванової нагадав усім присутнім, що весна вже не за горами. А весну кожна, поважаючи себе дівчина, має зустрічати у новій сукні. До речі, Анастасія Іванова є дизайнером виключно суконь. Цікаво, чим саме вона керувалась, виділяючи для себе цю деталь гардеробу. Та чи могли б її клієнтки увесь час ходити лише у сукнях? Дівчина в платі, вона завжди виграшно смотрится. І, ну, так як брюки – це більше мужское подобие, более мужское воплощение, да, это нам диктует современный удобный мир, да, это там удобнее, комфортнее, теплее может быть, но только в платье вы поистине можете быть очаровательной, женственной и продолжать свою природную миссию, быть красивой. Ну, во-первых, я участвовала в ее марафоне безумном, 21 день в платье, я чуть не сошла с ума, это честно, потому что это безумно тяжело, потому что я хожу часто в брюках, но вот сегодня я пришла в юбке, поэтому Настя все-таки действует положительно. Знаете, мне кажется, женщина, истинная леди, должна всегда носить платьице либо юбочки. Это всегда, знаете, вот актуально и подчеркивает женскую красоту. Настя, как никто другой, знает это, видимо, и предлагает женщинам носить именно женственную одежду. Опять могу предложить посмотреть на Настю. С такой фигурой, зачем брюки? С такой фигурой нужно только показывать ножки, показывать ручки, красивые волосы.